Всем привет, ребята, с вами Спул. Сегодня мы продолжаем играть в Scrap Mechanic с небольшой проблемой. Я записывал видео для вас. Оно было бомбовое. Мы там, ну, вот, про Scrap Mechanic. Добывали ресурсы. Сейчас, подождите секунду, извиняюсь за звук. Кирилл, самозарядку, чтобы... Ну вот. Но произошла проблема. Мы тут добывали данные. Мы измеряли. Заходили в другой мир. Там все измеряли, чертили, все делали. Но по итогу оно удалилось. Мы скоро сделали данное транспортное. Спросите, что это, зачем? А я вам скажу, это нужно для бота, для ресурса. Вот, ладно, сейчас покажу. Побежали. Сейчас покажу карту. Ненавижу, да, наверное. Надеюсь, хоть с этим видео будет все хорошо. Вот, сборщик ресурсов. Их может поместиться ровно две штуки. И еще я хочу посмотреть, можем ли мы, надо будет скрафтить вот бот очистителя, но это будет уже пока что в следующий раз. Пока что мы, все, мы скрафтили, вот, я прокачал до второго уровня топлива, подсоединил полный привод. Я сначала хотел, и, ну, вот такая палка получается, это как, ну, я сделал сначала то, вот вы можете видеть, но оно некорректно работает, потому что из-за поворота. Я вот подумал, если повороты будут на вот этих, будет лучше или нет. Поэтому сейчас мы с вами это будем тестить. У меня не осталось данных блоков, поэтому оно уходит. Нам не хватит. Вот. Вот мастерка, вот все зашибись так. Какой сундук я все хранил? У нас семена есть, вот фигня всякая. Да еще. Всерьез, у меня закон. Я столько сильно просчитал. Ладно. Амортизатор второго уровня тоже пришлось поставить, потому что в связи с подсчетами все плохо. Смотрим. 3, 4, 5. Вот так вот, сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Зовем. Ага. Вот так, кто-то еще. По идее, должно сработать. Thank you.
посмотрим, что с управляемостью. Не, не знаете, хотя нет, так же. Ладно, потом за кадром все это опять переделаю нормально. Просто вот что я хочу вам показать задней подвеской, как она хорошо отрабатывает. И может быть уже он там эту полку уберу, вот просто подвесочка. Ну помягче, конечно, надо, когда он будет. Надо же еще прокачать вот эти балки. Сегодня у нас у меня в планах. Пойти. Начать сеять кое-одну вещь. Где вон? Тут есть вот такой вот островок. Я, кстати, понял, когда делается топливо, ну, то есть я все понял, посмотрел гайды. Есть вот этот слот. Я тут посадил полностью вот это вот все зеленое пошло. Попробую засадить вот этими грядками построить. Но до этого нужно опять же грядки. Чем мы сейчас и займемся? Мы поедем кататься и искать всякое место. Ну вот как раз для вот таких вот. Вот я вам сейчас покажу. Две нефти. Где еще нефть? Землю, чтобы можно больше сажать всякой нефтоизированная земля. А пофиг, все, никто не про это не проберутся. Сейчас еще добудем семян побольше. Тем более мое отсутствие никто ничего не должен. Боюсь только за то, что чтобы топлива хватило. Где должно хватить? Иди. А не, подождите, нам сначала в обратную сторону, как я помню, там же были домики. Сейчас еще поубиваем всяких мобов, чтобы скрафтить. Кстати, будет интересно посмотреть, что получится. Двигать я в любом случае цепь прокачаю, потому что нам нужно найти лучше. Компоненты. Земля. Земля это хорошо. Земля очень полезна. Куда нам? А вот это. Мини-поселочек. Давайте смотреть, что тут. Сразу видно. Вот эти фигни я заберу. Они прикольные. Это уже выяснил. Ага. Семена раз.
тоже. Почему я сейчас реально это собираю? Потому что пригодится. Зайдем. Я уже сразу вижу эту землю. Нам нужно как можно больше земли. Вот таких вот штук тоже можно побольше. Во-первых, семена опять же. Картофель. О, семена картофеля у нас еще нету. Они нам через черт пригодятся. Если тут есть, как вам сказать, как шифер, наверное, штуки, то есть смысл их собрать, потому что они более-менее прочные. Ну нет, тут походу какой-то штуки нет. Всё, тут больше ничего нет. Сейчас поедем на нашу ферму, раз посмотрим, что там будет происходить. Если ничего, все будет замечательно. Если что-то будет происходить, это будет, конечно, печально. Да уж, мне лучше надо будет поменять. Обратно это я уже за кадром. Конечно, можно было бы сделать какой-то мост, но смысла нет, просто проплыл, все, из-за этого отключилось ресурсы. Тем более все равно эта ферма у нас долго не будет жить. Так-то. Че приемность то? Где будет появляться? Может, и не по водой? Так, нет. Видите, это нам повезло. Это самое безопасное место. Плывем обратно. Может, они туда подбегут. И сюда будет замечательно. Эти они нету. И там все хорошо. Погнали. Поехали дальше искать больше.
получается что-то типа упаковочной станции. Там где-то... Где-то большой дедушка. Давайте еще вот эту попробуем солдать. Я, конечно, не обещаю то, что... в живых. Ух ты. Бензин полезен. Я же вижу, то, что тут есть выход на будем просто видеть и собирать эти штуки. Еще один. Потом подвешу. И будет переработать. Нет, медленно. Сюда приходить в храм. О, там сундук. Сейчас заберем. Такой сундук. О, апельсинка. Чехлом. Еще бензин. Нам сегодня на этот бензин фартик. Все забрали, поняли, на последний этаж. Сегодня себя чисто вот так вот. Улутаемся, будет называться. Серьезно, ничего.
дико извиняюсь, пришлось чуть-чуть отлучиться. Ну что, это получается все. Все, что мы залутали. У нас опять топливо затоплилось. Это я вам скажу. Неплохо. И сейчас поедем дальше. Смотрел территорию. Ой, питание не появился. Да не вроде бы. Так, кидаем топливо. Ой, сколько у нас фонариков. Сейчас я бы лучше сейчас пошло, чтобы пока что бы. Все. Потом будем с ними что-нибудь придумывать на базе. Так, пока что. Ну, упаковочная станция, думаю, разбираемся как. А чё у меня сломалось? Не, надо, наверное, переделывать. Это, конечно, это бы хорошо было бы делать со сваем. Ну, такие... Ё-моё. Идите. Сейчас сколько может так металла набрать. О! Чё ты за своего брата сидишь? Главное сейчас красного здесь не было. Это тоже не было. Когда встречали красного робота, мне долго не выживали. Без картофеля пулемёта, это будет бесполезно. С ним сражаться. Только если так перешить каким-то. Все металл, это вышло. Господи, сука, что-то чисто. Да-да, куда повернули, туда и светит. О, деревушечка, это нам надо, да? Деревушка. Сколько у нас эти набор компонентов? 5. Где же вход у меня как свободен? Картофель. Лампочки. Лампочки всегда нужны. Красовый парад. Это можно использовать? Нет. Он. Чем это приятно все мало. Семенастый вырос. Господи, как я мог пропустить такое тоже. Побежали в те дома. Сегодня у нас чисто вот реально. Лутаемся, ищем. Да извини, так это сокровище. Господи. Еще земля. Пришло. Господи, какой я. Че я не могу пойти? А. Еще земля. Класс. То есть ничего запрещенного нет. Там пушки. Фонарик. Тут вроде бы ничего. Сейчас спустимся на первый. Важно. Ух ты, господи.
сколько мы будем давать света? Да, все верно. И остался, походу, самый большой дом. Сразу вижу. Еще через стену видел. Что у нас тут? На складе незаконное. Хранение. Ой, опа. Материал. Все. И все. Я забыла сегодня прийти лампочки. Не бежать. Чего сейчас справим? Все. Раз. Два. Просто весь инвентарь лампочек. Зашибись. Сколько у нас? 6000. Потом на ферме мы как раз сделаем массовое освещение. Поехали дальше. Давайте еще одну такую золотую дыму. И будем возвращаться в город. Только еще пенза. И сколько у нас пенза? Ну ладно, мы сможем еще. Так, решаешь. Дойди. Как же его нового? Нет, она трошка из моего дома. Компонент. Кстати, мы будем делать там массовую огромную ферму. Очень ну, почти автоматически. Ну как? Просто нажал на кнопку, она тебе все посадила. Полила сама. Потом нажал на кнопку. Она собрала, посадила, все будет замечательно. О, походу сейчас будет. Зато мы не потеряем свой автомобиль, это факт. Там получается тупик. Я думаю, что мы обратно не доедем. Я же была сейчас, похоже, какая-то собака работа. Где-то водоем просто. Все, сейчас мы так и сделаем. Сможем, мы сможем сегодня даже. Вот там вас слишком много, я, пожалуй, дам делу. Раз. Я просто тачку бомбы справляется у меня. Ну, конечно, я риск поводу о ней больше не делал. Потому что будет бубор. Очень сильная. О, господи, что у нас с мужчиной? Сейчас последнее, то, что нам надо, и будем ехать обратно. Потом. Где? Вот.
очень важно именно идти. Ну, земля, чтобы у нас был. Земля, я хотел бы пробушкать, чтобы такие светильники. Ему это не прощение. Почти светильник постоянно печь. Ну, да, солнце уже есть. На этом самом лучшем. Во-первых, сразу в моменте. Вот, да. Все, возвращаемся домой. На базу. Лес. Я думаю, как-то отправиться туда подальше. Не, вы видите, что происходит с этой машиной? Это ненормально. Я вернусь, как только доберусь до дома, потому что это долго. Наконец-то я приехал. Парковаться? Нет, это вообще неудобно. В первую очередь, погнали. Постановы. Неотализированный. О! Блин, надо сделать какой-то вот мостик небольшой. Кто-то куда пускай поднимается, опускается. Или тупо трубы. А чё? Я не полил. Я не полил. Зашибись. Просто взял и не полил это дерьмо. Зашибись. Где-то максимально может. Может быть, это да, будет не до конца хватит, но да пофиг. Если честно, пофиг. Надо это все сразу полить.
все, наконец-то мы все. Кстати, есть палка. Я есть какую-то. И можно выращивать до 6 единиц безопасно. И я тут подумал. Надо просто пока что. Продолжаться. Я тут подумал. А может быть сделать как бы ферму с автополивом 6 штук. Или может быть сразу с полностью автополивом, спором. Я видел в ютубе. Попробовать повторить там, вот подключать. Я вам сейчас объясню. Пойдем как вот. Вот так было. Смотрим. Есть. Вот. Вот. Водяная пушка. И водяной бак. И помпа. Ну, кстати, тоже надо будет пушать. Сделать. Кстати, вот, ну, нелегко понакрафтить. Вот таких вот сундучков нормально качество. Так вот. Мы к водяному баку. Мы цепляем таких две штуки. Делаем вот такую помпу и водяной бак. Помпа у нас будет оставаться в воде. Водяной бак мы подключаем. Он наполняется. И приносим. И вот тут вот будет водяная стоять, оно будет прячь. И просто нажал, хорошо. Засадил быстренько. Нажал на кнопку, оно все. Пыщ. Полилось быстро и все. Нет проблем. Не знаю, может быть хорошая идея, может быть нет. Но просто хоть немного автоматизировать добычу еды. Немного автоматизировать добычу еды, все хорошо. С этим мы, скорее всего, в ближайшее время и будем заниматься. И тут надо строить. Давай все вот это вот. Отдельные сундучки у нас тут лежат. Трон. Естественно, как же без. Идеально. А, нет. А мы вот так вот даже пойдем. Да. Поднимаем.
Хотя, в принципе, что нельзя сделать так. И по все соединить и отключить. Так сильно качали. Сок. 2, 4, 6, 8. Ладно, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну, я буду, скорее всего, собирать на ресурсы на помпу. Кстати, мы же можем вот сюда поставить твоего разрушчика или вот сюда просто подъехать. У нас все было. Здесь будет огромный склад, реально. Ну, мы будем. Я буду зарабатывать, сделать 6 вот таких водяных пушек, одну помпу. И вот такую. На ней не знаю, по крафту. Ну и будем работать. Всем спасибо. Всем пока. Удачи.